Всем привет! Продолжаем гулять по городам нашей страны, России. Вот такого симпатичного кота я обнаружил в городе Старая Русса. Так сидит себе спокойненько на дереве. Золотая цепь на дубе том, как говорится. Сидит себе, ус не дует, смотрит на всех, улыбается. Как раз вот находится недалеко от дома, где жил Достоевский. Такую достопримечательность я обнаружил в городе Старая Русса. Это же приятно, когда есть такие достопримечательности. Вот и все, собственно говоря. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.